Линейка в Мандинской средней школе. Казалось бы, ничего необычного. Но все присутствующие догадываются, какому знаменательному событию она посвящена. КВНщики из команды «Мандзизяки» вернулись с международного фестиваля детских команд КВН с победой. Теперь сибирский поселок Манди стал известен не только в Красноярском крае, но и на берегу Черного моря, в городе Анапа, где и проходил фестиваль. Совсем недавно, буквально вчера, вернулись из города Анапы наши КВНщики, команда КВН «Мандзизяки». И вернулись они оттуда не с пустыми руками, а с победой. И уже 15 ноября они едут в Москву для того, чтобы принять участие в Московской лиге КВН. Жюри очень высоко оценило выступление команды из Богучанского района. Сначала они попали во второй тур. Затем команду «Мандзизяки» пригласили выступать в гала-концерте, где они получили всеобщее признание и приглашение в телевизионную детскую лигу КВН в Москве. С сегодняшнего дня мне приходилось смотреть это только по телевидению, как и многим из вас, восхищаться, любоваться. Ну, чтобы совсем рядом жили такие интеллектуалы, эстеты. На самом деле это казалось, все казалось просто, а... И центр интеллектуальной элиты Красноярского края, Богучанский район, село Манди. И наши мандзизяки. Успехи в творческой деятельности. Грамотой награждается Максим Тишин. Выехать на фестиваль такого уровня мандзизякам помогали многие. Одним из таких спонсоров была и Вероника Никитина. Она болела за ребят всей душой. Всякое разное, я болела душой. И даже где-то в голове проигрывала все возможные шутки, набрасывала им. Как бы, ну, это тот вирус, который помогает по жизни жить. Это самое основное, скажем так, лекарство от уныния, которое, ну, прибивает. А вот КВН он поднимает. До сих пор мандзизякам не верится, что совсем скоро они примут участие в телевизионной лиге КВН. Ведь это уже совсем другой уровень. Ну, нам просто позвонили руководители и сказали, что мы прошли. Эмоций сначала никаких не было. Ну, как-то еще даже не поняли, что мы прошли. А потом просто все моментально прошло как-то. Даже сейчас не осознаешь, что ты в Москву можешь поехать. Кажется, самые запоминающиеся – это моменты перехода из одной лиги в другую, когда ты побеждаешь в лиге, и уже что-то новое происходит. Mm-hmm. Тот же переход из Сибири на всероссийский уровень. Ощущение на сцене – это то, для чего играть в КВН, мне кажется. Команде КВН «Мандзизяки» всего 3 года, но за это время она успела стать знаменитой и влюбила в себя сотни человек. Мы стараемся работать всей командой. Мое личное мнение, что если это команда, то она и должна работать как команда. Должен работать каждый. Каждый должен стараться, поэтому лидеров у нас нет, мы все равны. Мандзизяки, вы настоящая гордость Богучанского района. Думаю, московскую публику вы с легкостью покорите. Удачи! Людмила Кочнева, Александр Черкашин, Николай Брюханов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны.